Прошедшую неделю в республике вспоминали одного из лидеров советского и международного авангардного искусства, нашего земляка Геннадия Айги. Школьники и студенты знакомились с творчеством поэта, узнавали о его жизни, встречались с современниками Айги. А сегодня стихи нашего земляка читали на разных языках иностранные студенты. Они учатся в местных вузах. Для ребят из Африки, Средней Азии, Южной Америки и Европы творчество Геннадия Айги стало открытием. Большинство из них в России первый раз. Им все здесь диковинку. И если русская зима мало кому понравилась, то работы поэта впечатлили. Мы познакомились с новым поэтом Айги. Нам были очень интересно. Я раньше не читала стихи Айги, а мне очень интересно. Хочу читать и учиться стихи Айги. В советские годы Геннадий Айги мало издавался в нашей стране, но был хорошо известен за рубежом. Поклонники зачитывались его стихами, переведенные более чем на 50 языков. В последнее время интерес к необычной поэзии Айги растет, а в Чувашии его стихи включили в школьную программу. Геннадий Айги жил в разных странах, но никогда не принимал на свой счет обвинения в космополитизме, называл себя гражданином мира. И сегодня его творчество по-прежнему остается языком международного общения, близкого и понятного всем. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов, Республика.